Всем привет, друзья! Сегодня у меня Asus. Принесли с разбитым гнездом зарядки. Сейчас мы его с вами быстро поменяем. Вот так вот оно выглядит. Одно из самых дорогих почему-то. Может быть, потому что оно из самых больших. Вот так вот выглядит гнездо. Видите, да, контакты свернуты, аппарат не включается. Давайте его откроем. Я редко приношу такие аппараты данной модели. Начинаем с угла. Сделали щель, ну и дальше уже по периметру медиатором аккуратно открываем. Пару недель не снимал видео. Был в командировке. Вот. Очень часто пишут. Подписчики, когда будет видео с БГА, будет скоро. Просто редко этим занимаемся, потому что занимает много времени. Вот, и очень много телефонов на ремонте с заменой стекол, гнезд зарядки. Я имею в виду тот ремонт, который не занимает большого времени. Вот, ремонт, который можно осуществить в течение максимум получаса. 15 минут. Вот. Поэтому пока только так. Итак, сняли заднюю крышку. Вот он гнездо, которое мы сейчас поменяем. Такие широкие винтики черные, крестообразной головкой. Так, включаем батарею. Сообщение мне пришло. Включаем батарею. Включаем. Отстегиваем все разъемы, которые препятствуют снятию системной платы. Китайская сборка, типичная, цвет системной платы, шлейфа, залепленная обычным скотчем. Так, здесь у нас разъем, судя по всему, динамика, еще один черный винтик. Не собирался его снимать, он как-то сам отскочил. Еще один громкоговоритель на таком же винте. Как они легко снимаются. Итак, такая вот длинная системная плата. Вот оно гнездо. Заменить его будет несложно. Итак, ничего сложного. В держак можно не устанавливать. Я обычно его свешиваю, плату, если она длинная, позволяет длина над столом. Так намного удобнее и быстрее. Какой-нибудь противовес ставлю.
Вот. И снимаю термофеном при температуре, учитывая то, что китайская сборка, я думаю, 280 градусов, 320 будет достаточно, чтобы снять. Нагреваем снизу. Сразу приготовим данный разъем новый, чтобы сразу его поставить на горячую плату. Добавляем флюс. Закипает флюс, поплыл припой, убираем и сразу ставим новый. Прижимаем снизу. Охлаждаем. Смотрим, что у нас получилось. Проверяем контакты. Если какой-то из них не припаялся феном, можно добавить паяльником. Сейчас я посмотрю под микроскопом. Под микроскопом все это намного удобнее, конечно. Все видно. Да, пытаюсь установить камеру, чтобы было видно. Я думаю, вот так вот. Под микроскопом очень удобно. Вот. Я уже сказал. Добавляем флюс при необходимости. Вот, все отлично. И появилось. Можно собирать. Ставим системную плату. Так, закручиваем. Сразу закручиваем динамики с обеих сторон. Один. Здесь у нас второй. Вставляем разъем батареи. Серебристых болта.
дозвониться кому-то. Вставляем разъем громкоговорителя с обеих сторон. Такой вот стерео. Планшет со стереозвуком у нас. Asus. Честно говоря, не знаю, что это за модель. Сейчас посмотрю маркировку. В название видео вобью. Скотч. Бумажный. Итак, у нас осталось 4 черных винтика вот в эти отверстия и крышка. Все просто, быстро можно сделать своими руками. Давайте проверим. Кстати, данные гнезда я закупал на складе. У нас здесь каждое гнездо стоило 5 евро. Не знаю, сколько они стоят сейчас. Стоимость гнезда 5 евро. Пока тишина. Думаю, что, скорее всего, батарейка на нуле. Да, полный ноль. Зарядка пошла. Можете видеть показания. 3.10, 3.11, 12, ну и так далее. Потому что на каждом аппарате сама батарейка появляется по-разному при разных показаниях заряда. Поэтому все мы сделали правильно. Я думаю, через пару минут появится батарейка. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Мы продолжаем снимать, несмотря ни на что. Всем спасибо. Удачи в ремонте. До новых встреч. До свидания.